Итак, всем привет, ребята. Я продолжаю выживать в мире паразитов. И это уже сороковая часть. Сороковая часть моего выживания. Да чё, как тут выровнять камеру ещё? Ну, всё, выровнял. Итак, вот сейчас я приду домой, подрыхну. И сделаю себе... Я думал, кто-то бегает, а оказывается, это ты опять. Так, опять Рикер. Но я не хочу с ним связываться, так как я хочу подрыхнуть. Роптер! Ещё вы! Ну все, текаю до своей хаты. Ой, упал. Упал с крыльца. Так, ну все, ложись отдрыхнуть. Ну все, поспал. Так вот. Я делаю. О, нормально. Что? 4 можно было делать? Ну ладно. Так сделаю. А что тут можно было делать? А, маленький меч. Ну такой меч. Ну, сейчас сделаем. И железный тоже. О, сабля тут была. Сейчас попробую сделать саблю. Вот, всё. Блин! Мне всё в инвентарь не умещается. Ну все, ложу все это в сундук. А, домики еще хотел же построить на соседнем острове. Сейчас это я буду делать. Точнее, начну сейчас делать это. Потом приду домой и сделаю факела. Я уже 24-й левел. О, 2 руптера. Здорово, пацаны. Как у вас дела? Лучше топор. Ой, что с лопатой? Готово. Ой, зачем мне доску хавать? Ладно, выкидываем.
спрятаться. Стоять! Куда упал? Так, ну все готово. Ставлю двери. Как раз у меня две двери есть. Так, сейчас побегу и прибегу. Сделаю лестницу еще. Ой. Это что ж такое? О, все нормально. Делаю ступеньки. У меня уже 25-й левел. Сейчас я здесь лестницу сделаю. Так, оставшиеся ступеньки. Я не знаю, куда девать. Ладно, давайте сюда влепим, как декорацию. Ну все. Иду за факелами. Ну так что всем пока.